Не беги впереди провода. Чтобы решить проблемы, померить поступление. Кроме того, ты Бак? День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, Ухойта? А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали.